Более 50 тысяч человек обратилось за помощью в службу занятости в 2011 году. Это на четверть меньше, чем в прошлом. В управлении подвели итог 9 месяцев работы по профориентации и социальной адаптации стоящих на учете безработных. Анализ показал, что категория граждан без потенциала, то есть тех, кому для трудоустройства необходимо профессиональное обучение, составляет порядка 30% от числа прошедших профилирование граждан. В Курганской области в 2011 году на профобучение было направлено 8,8% от общей численности граждан, состоявших на учете в качестве безработных. С февраля текущего года в области начали обучать женщин, находящихся в декретном отпуске. Из сотни обратившихся в службу занятости на курсы устроилась 81 мама. Пока женщина находится в декретном отпуске, вообще изменяется очень много. Практически по всем специальностям, профессиям, особенно такие, как бухгалтер, допустим, да, в части той, что изменилась версия. Да, изменились какие-то нормативы. И то есть, чтобы она пришла полноценным специалистом и уже была в курсе последних новинок, вот в рамках доп. Программы у нас сегодня существует это направление. Управление по труду и занятости сотрудничает с 70 учебными заведениями, занимающимися профессиональным обучением безработных. По словам специалистов, наибольшей популярностью среди курганцев, стоящих на учете, пользуются курсы охранников. При выпуске мы, как правило, теперь уже приглашаем представителей предприятий и организаций для того, чтобы они посмотрели специалистов на выпуске. То есть какие знания и практические навыки, значит, наши выпускники показывают. И большая часть охранников к нам не возвращается. С начала года за помощью в Центр занятости обратилось 724 выпускника. К настоящему времени 697 из них устроились на работу. В целом напряженность на рынке труда в Зауралье снизилась больше, чем в 2 раза. Юлия Васильева, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Телекомпания «Регион 45».